соответственно, сигнал. Нам необходимо выяснить что-то за сигнал. Для начала, отряд разведки и отряд закрепляется там совместно с танком. Оба БРа закрепляются на блокпосте и ожидают дальнейших приказов. То есть разъезжаются по машинам и начинается движение. Отряд, отряд сейчас быстро машину. Дима, что вам улетел? Куда он полетел? Блять, вот это мужик. Вот в эту машину садимся. В самую правую. В самую правую? На месте. Двигайтесь к выходу, к выходу из базы. Всегда держи связь со штабом. Если что-то важное, говори мне. Займем. Так, парень, наша задача найти черный ящик. Смотрите. Да, подошли все быстро. Дэнни, Виски, Дэнни, Маски и Данч, вы осматриваете левую часть. Мы с Бомба далеко из правую. Нет. Задача найти черный ящик. Слышишь? Это боевая готовность, Лёш. А я ранен. Упал из-за тебя. Кэп, у нас устройство. Черный ящик. Черный ящик? Давайте забирайте, несите его к нам. В принципе, он довольно похож. Довольно похож. Он... крупный очень. Это сказали не тот черный ящик, я вам говорю, дальше проверьте левый из нашел черный ящик. Мы... И что, я сирену нашел. Скажи то, что нашли какую-то. Иди сюда, иди. Опиши все, что мы ели, скажи то, что мы ее нашли. Все остальные вышли. А подождите, ее обыскать можно на пробел. Да? Я на пробел можно обыскать. И солдаты, люди, ученые. Ну это, блядь, наш, это нам надо и здесь выяснить. Черный ящик расшифруем и узнаем. Ранен. Все к машине подъехали. У нас раненый, я тащу. Передал то, что у нас контакт, да? Видел такие модели. Опять хуярит. Меня не одного хуярит, да? Да. После того, как разведотряд нашел черный ящик, вы расшифровали из него данные. Оказалось, на той планете вы присутствуете инопланетянин. Да. Мы уже убедились. Да. Как и догадались. Есть лишнее, что они могут повторить свое нападение, поэтому закреплять рубежей. С выхода базы. Мы на скором времени начнем. Сейчас попробуем подобраться. Их много здесь, очень много, очень много пришельцев. Очень, очень.
Идем сзади, сзади, ужасти. Дэнни. Прием, кто же он? Да, Дэнни. Медик. Да, блин.